Перед тем матчем вообще никто не спал, то есть не могли ребята спать. Привязка к моему любимому мужчине, в принципе, меня не смущает. Спасибо тебе большое. Мой парень сказал, если Тампа выиграет Кубок Стэнли, он сделает мне предложение. Если он выиграет игру, то на следующий день нужно точно так же приготовить пасту. Ребята тусят только, когда можно тусить. Да. Ты гордишься своей девушкой, скажи. Здесь Сергачев, С. Вот это вот, это С. Стараемся, да, на ЗОЖе быть, правильно питаться. Ну, ты ревнива? Ну, нет, если повода не дают. Всем привет! Меня зовут Алена, это хоккейный канал Спорт24 и мое шоу Tough Girl. Прямо здесь и сейчас мы ждем хоккеиста Михаила Сергачева и его прекрасную девушку Лизу. Очень холодно, на самом деле, я надеюсь, мы не прождем их слишком долго. Но прежде чем начать просмотр, не забудьте подписаться на наш канал «Хоккей Спорт 24», а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные интервью с мировыми звездами хоккея. Сегодня у Спорт 24 в гостях Михаил Сергачев, обладатель Кубка Стэнли, и его прекрасная девушка Лиза. Всем привет, ребят! Привет! Лиза, я хотела бы с тебя начать. Ты уже довольно известный йога-коуч. Расскажи, как ты к этому пришла и, в принципе, кто тебя на это вдохновил? Я бы не сказала, конечно, что я очень известный йога-коуч, но... Ну, лично я тебя знаю. И не из-за того, что ты девушка Михаила Сергачева, скажем так. Ну, это, конечно, очень приятно. Как я к этому пришла? Я просто переехала в Тампу к Мише, и передо мной встал вопрос, чем я хочу заниматься, что я хочу делать по жизни. Было очень много вариантов. Я и хотела идти учиться в университет на психолога. Что еще я хотела делать? Купальники продавать. Да, как-то это все само собой пришло к йоге, потому что я ей занимаюсь уже где-то года 3 и поняла, что преподавать, наверное, мне бы понравилось. Ну да, потом нашли, получается, школу. Онлайн, не он, студию, да. Да, студию йоги, где там выдавали, нужно какое-то количество времени отучиться, чтобы выдали сертификат, что ты можешь тоже обучаться. 200 часов. 200 часов, да. И... У тебя есть сертификат? Да, ну, я его еще не получила, но я отучилась. То есть ты еще даже не получила сертификат, а уже у тебя танк, курсы довольно известные. Так она уже давно начала, да, то есть еще на весной. Карантине, да. Не получила я, потому что там карантин, ничего не удавалось. И не удалось ей посетить пару уроков, и поэтому они там что-то закусились, и не получилось пока. Но это все впереди, все получит. А расскажи вообще, реально ли зарабатывать на онлайн-практиках? Да, реально. И на самом деле онлайн-практики даже очень популярны, особенно в период карантина это все начало популяризироваться, как мне кажется, потому что люди сидят дома, нужно чем-то заниматься, каким-то спортом, и йога, мне кажется, идеально подходит как раз. То есть у тебя в коронавирус был прирост? Да. Ну, это очень круто. Скажи, является твоим клиентом Михаил Сергачев? Я очень давно уже пытаюсь заманить на свои уроки, но нам удалось позаниматься только один раз. Почему, кстати? Ну, йога у меня... Начинаю вставать в позы, нужно стоять в позе минуту-две, и у меня забиваются плечи, ноги. Ты со мной не занимался? Я не получаю от этого удовольствия, я устаю. Ты хочешь сказать, что тебе только повредит йога? Нет, очень многие просто хоккеисты, они практикуют профессионально. Нет, мы делали йогу командную, но там она больше как пилатес была, наверное. Мы там больше как растяжка. Больше как растяжка, да, у нас была. А вот йога как йога в этих позах, там, воина, вот эти вот всякие штуки. Это, у меня реально забиваются мышцы очень быстро, поэтому я статику не очень люблю. Вот. Ты планируешь заставить? Конечно. Она уже год планирует заставить. Ну вот сейчас у тебя межсезонье, в принципе, хорошее время. Мне кажется, это самое лучшее время, да, для йоги. Да. Завтрашнего дня? Да, давай с утра встанем. Нет. Без йоги. Я в зал похожу. Мы пилатесом занимались, ему понравилось. Да, кстати, вы ездили в Турцию, да, и там вы, я видела, занимались пилатесом. Да. Не, прикольно, пилатес поинтереснее, чем йога, мне кажется, потому что больше движения. Больше движения и больше работы на пресс и спину. Вот. Не буду спорить. Не спорю, да. А смотрите, самоизоляция. Многие пары жаловались на то, что они друг другу надоели в этот период. Скажите, как у вас? Вы выглядите достаточно дружной парой. А как вообще проходил у вас этот процесс? Может быть, вы кайфовали даже с этого? Я точно кайфовала. Мне кажется, в принципе, в хоккейных парах это лучшим образом повлияло, так сказать. Потому что на протяжении всего времени парни в разъездах, их почти не видно, дома они не бывают. И поэтому это даже да, было самое, плюсом. То же самое у меня, конечно. Да. Когда в разъездах, конечно же, скучаю. Скучаешь? Да. Ну, конечно.
Вот. Не, ну самоизоляция 4 месяца, это, конечно, надолго. Не, ну да, это было слишком. Не, слишком, ну как не слишком долго. В принципе, нормально. Мы, по-моему, ни разу не поругались, может, один раз. И то не очень серьезно, поэтому... Ну, это у всех бывает. Да, самоизоляция прошла вообще нормально. И я бы не сказал, что мы друг другу надоели. Я там выходил в магазин, мне вообще понравилось. Чтобы из дома уйти, я шучу. Слушай, а у тебя были какие-то жалобы от твоих, может быть, партнеров по команде, что им надоело сидеть уже дома? Потому что я слышала от многих парней, что им тяжеловато было с детьми, особенно у которых больше, чем два. Ну, не было таких, чтобы жалоб прям. Были как бы шутки, приколы, но там кто-то какие-то там мемасики скидывал в группу. Но не было такого, чтобы кто-то прям умолял нас, чтобы мы вытащили его из дома. Ну, в общем, это не про тебя, не про вас. Да, но это вообще не про нашу команду, поэтому... Но он же рыбалкой занимался во время карантина. Да, да, да. Его кстати, спасало, да. Мне кажется. Там, в Тампе, да? Да, 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 мы там постоянно с ребятами, уезжал. Да, и рыбачили. У нас, потому что вода рядом, удобно. С кем ездил? С Васей и Кучей. Да, Куча тоже ездил, да. Но это уже было после где-то месяца. То есть месяц мы просто дома сидели, вообще не выходили. То есть мы там за месяц раза 4, наверное, из дома вышли, так с собакой погулять. Вот. А потом уже, когда поняли, что ну, невозможно сидеть на одном месте, мы купили удочки, купили гидроциклы и катались. Слушайте, ну у вас довольно спокойно все выглядело в Тампе. Как вот с этими протестами дела вообще с коронавирусом в целом? Да, я бы не сказал, что на нас как-то это сказалось. Понятно, там люди болели, умирали, да, это очень плохо, но... Мы просто старались никуда не выходить, а если выходить, выходили в перчатках и в масках. И старались как бы не заразиться и не заразить других. Mm-hmm. Поэтому самое прикольное было, что люди в 7 часов вечера или в 5 стучали ложками. Да, это было прям вдохновляюще. Да. Ну, благодарили тем самым докторов. Медработников. Да, медработников. Каждый день в это время, каждый день, да? В 6 вечера. Да, выходили на балконы, и кастрюли, ложки. Да, ложки. Вы тоже делали это? Да, ну, пару один раз, по-моему. Сделали. Но это было как бы так, да, вдохновляюще. И, конечно же, огромное спасибо этим докторам, что они спасали жизни. Ну, в Тампе было спокойно, на самом деле. И протесты особо не коснулись тоже, да? Нет. Ну, я не видела даже ни одного. Да. Я просто помню, ты писала какой-то пост об этом, что-то затрагивало эту тему. Да, я видела просто в новостях. Ну, в новостях мы все видели, да, это выглядело довольно страшно, но... Но вживую ничего. Не, у нас все в Тампе все было спокойно. Хороший город. Да. А к позитивной части вернемся. Вы снимали очень крутые видео. Это был ТикТок или это был Инстаграм? Инстаграм. Инстаграм, да. А, разминка, ваша совместная зарядка. Расскажите, кто это придумал? Ну, я, наверное, расскажу. Придумал, получается, я, но я это не придумал. Я увидел, что НХЛ начали постить хоккеистов, как они там дома, чем они занимаются на самоизоляции. И увидел, пару ребят делали упражнения там с собаками, со своими, с женами, с девушками, с кошками также. Mm-hmm. И поэтому я думаю, давай заснимем прикольный видос. Придумал там 3-4 упражнения, где-то своровал упражнения. Да. И мы сделали, подставили классную музыку. И вообще получилось самое такое хайповое видео у меня, мне кажется, в Инстаграме. Получилась бомба. Но мне кажется, самое хайповое, это, конечно, твоя вот эта аллегория с Гарри Поттером. Реально очень круто. Та идея как пришла вообще тебе в голову? Это гениально. Ну, короче, эта идея начиналась с того, что мы сидели дома, и я в голове себя прокручивал. Нужно что-то снять, какой-то контент, что-то придумать. Мы с моим менеджером, получается, сидели, обсуждали это все. И я такой... А что, если хоккеист? Получается, к сезону мы хотели что-то снять, потому что Киллорн снял видео. Вот это вот «Могучие утята». Мы все вместе там снялись у него. Я думаю, нужно что-то снять и пытаться сделать это круче. И я такой, а что, если хоккеист? Гарри Поттер будет хоккеистом и полетит на клюшке в Хогвартс. Да, он просто спонтанно. То есть это была чисто твоя идея? Да. Ну, я такой, типа... И я хотел, знаешь, как сделать? Знаешь, раньше видео были, где... Чувак прыгает на метле много раз и вырезает момент, где он падает, и получается, и он как будто летит вот так вот. Да, помню. Таких, ну, много раньше видосов было. Я хотел это заснять, как я просто до арены вот так лечу. Но я потом понял, что мне придется там раз 500 прыгнуть вверх с клюшкой, это очень долго обрабатывать, это все очень долго снимать. И поэтому я просто отказался от этой идеи, мы начали ее развивать дальше с менеджером. У меня друг там, у него продакшн, и...
Они мне написали огромный сценарий, и мы там дополнили, что-то отрезали и сняли, получается. Сколько времени вообще заняло, заняли съемки? Съемки заняли 2 дня. Один день у меня, получается, дома и на улице, а второй день мы сняли на арене. Нельзя было снимать, потому что коронавирус, нас не пускали. Нужно было подождать, то есть мы неделю подождали, и нас пустили, мы все сняли. Но разработка самой идеи, наверное, месяц, да, заняла, пока ты заказал все костюмы? Да, то есть мы заказывали костюмы с Амазона, да. Монтаж? Монтаж, то есть это все дело где-то месяц-полтора, да, наверное, заняло. Да, финального вот этого вот. Поэтому результат хороший получился. Ну да, результат хороший. Ты где-то писал в комментариях, что тебе высказал что-то Никита Кучеров по этому поводу. Что это было? Ну, он не фанат таких вещей, которые я делаю. Ну, это как бы он все в шутку, я понимаю. Вот. Но он не так, чтобы он мне высказывал, но так он поприкалывался надо мной, как, в принципе, и все в команде. Ну вот, кстати, ты самый медийный из Тампы, потому что сейчас вы выиграли Кубок Стэнли. Казалось бы, каждый должен уже дать интервью. В итоге ты отдуваешься за всех. Расскажи, как ты считаешь, вообще для хоккеиста это важно быть медийным? Кто-то даже говорит, что это обязанность каждого спортсмена. Ну, это зависит от человека, что ему нравится, хочет ли он давать интервью, не хочет. Есть люди, которые категорически против. Есть люди, которые не хотят появляться вообще на телевизоре нигде. Ну, конечно, это, мне кажется, в первую очередь приятнее для фанатов, потому что они могут видеть эту внутреннюю кухню и переживать вместе с хоккеистом какие-то вещи и узнавать что-то из этих интервью. Вот. И как бы я бы очень хотел, чтобы у людей была такая возможность как бы прочувствовать это. Поэтому я и даю интервью, поэтому я медийный человек, стараюсь им быть, по крайней мере. Вот. А те, кто не дают интервью, я не думаю, что нужно на них ругаться или что-то им высказывать, потому что это личное дело каждого. Ты не пытался Никиту переубедить? Ну, у нас даже споров не было на эту тему. Как бы я знаю, какой Никита человек, поэтому мы с ним особо даже эту тему не обсуждали. Вернемся немного к самоизоляции. Расскажите, кто у вас в вашей паре готовил? Рестораны были все закрыты, я знаю, в Тампе. Первое время, потом открылось. Да. Но мы готовили, на самом деле, вместе. Большую часть, конечно, я, но Миша тоже, он, потому что... Ты загорелся, он купил курсы кулинарные. Мастер-класс, там такая тема была, мастер-класс. От шеф-поваров очень известных. Такие шедевры готовил я, на самом деле. Ну, я только завтраки делал нормально. Если я там что-то по классике, там гречка, курочка, то у него что у тебя там было? Трюфельный соус. Мы там, да. Да. Или нет. Ну, мы какие-то там яйца крутые делали с беконом, там, с бриошь, там. Яйцо пашот, там, ну, и... Высокая кухня. Да, и получается мы скрэмбл делали с трюфельным соусом, да, помнишь? Да. Очень вкусно. И мы один раз приготовили ужин с моим другом на всю нашу компанию. Угу. Курицу, помнишь, я приготовил? Да, было тоже прям вкусно. Очень классно. Ну, вот этот мастер-класс, там прям они все показывают. Вот этот шеф Гордон Рэмзи, он там один из самых главных поваров, и было очень круто, конечно. Я многому научился. Сейчас продолжишь свое хобби развивать? Ну, мне пока лень, как бы Лиза готовит, я поэтому... Лиза готовит, рестораны открыли, да? Да, конечно, да. Ну, мы скучали, конечно, по ресторанам здесь. Ну да, мы стараемся как можно чаще сейчас ходить в разные места. Назови, пожалуйста, 3 блюда, которые вот можно есть и не поправляться на карантине, а то нас сейчас закроют на вторую волну. Я очень люблю рыбу, запеченную с овощами. Мне кажется, что это такое прям полезное и не очень калорийное блюдо. Что еще? Рис с курочкой. Угу. Овощи, салаты. То есть ничего необычного? Да, все по классике. Нет какого-то десерта, который прям... ты делала какой-то десерт. Будет самое низкокалорийное, да? ППшное, очень ППшное. Было и очень вкусное, я забыл. Я просто помню, ты что-то выкладывала себе в сторис. Угу. Давайте там... мы напишем вот здесь вот. Вот здесь выйдет. Да. Хорошо. Миша, расскажи мне, что нужно есть и пить в день матча, чтобы в итоге выиграть Кубок Стэнли? Ты помнишь вообще, как начинался тот день и чем вас кормили? Ну, конечно. На самом деле, вот когда мы играли 6-ю игру, когда я забил гол, то есть я думал, что мы выиграем игру, мы в итоге проиграли. Перед тем матчем вообще никто не спал, то есть не могли ребята спать. Там, видимо, эмоции какие-то. То есть ты понимаешь, что у тебя есть шанс сейчас выиграть кубок, и все просто там, не знаю, писали там в 3 часа ночи, что, блин, не могу уснуть, и вообще все плохо. Вот, а именно перед последней игрой, подожди, это была 5-я игра, извини, а перед последней игрой, перед 6-й, вообще все
спали, все выспались, то есть там по 8-10 часов поспали. Как это получилось? Я не знаю, то есть мы уже отпустили ситуацию, наверное, и поняли, что просто нужно играть, это обычная игра, ее нужно выиграть. И вот выиграли, вышли, вообще шансы не дали, я считаю, 2-0, как бы, и Вася ворота закрыл, и ребята в обороне, вот. А то, что мы ели, по-моему, я ел салат, и пасту с белым соусом, и... Ну, это его вечная, да, это, то есть, еда это перед классика. Игрой, да. Я уже лет, наверное, года 4 точно так питаюсь, поэтому... Да, я, в принципе, весь день помню, у меня не было такого, что я, типа, этот... И в отключке был как будто, нет, я все помню до деталей. Есть, кстати, такой прикол, что если он выиграет игру, то на следующий день нужно точно так же приготовить пасту. Не прикол, если... это суеверие. Это типа, ну, я думаю, у всех так, на самом деле, да. Я думаю, все один-один. Ну, я просто, допустим, до этого не стала. По одной дороге езжу на игру, и если мы выиграли, или я там хорошо сыграл, то я по этой же дороге ездить буду, пока мы там не проиграем. Поэтому... И даже мой день должен быть таким же практически. Ну, да, тебе влетает, если ты от графика отходишь? Ну, нет. Не влетает, но я высказываю. Ну, желательно, да. Не влетает, но высказываю громко, да? Не, не громко. А почему вы скучаете вообще, когда уезжаете из России? По еде однозначно. Ну... По близким. Ну, в первую очередь, наверное, по близким, да. По еде. Они посмотрят, сделают выход. Ну да, конечно, по близким, по родителям, сестрам, братьям. Да. Да. А потом, да, по еде, конечно, потому что в Тампе ресторанов немного меньше, чем в Москве, я считаю. Вот, и, ну, американская кухня, она сама по себе такая более... Ну, она попроще просто. Да. Там вообще нечего есть. Ну, нет, есть что поесть, как просто попроще. Здесь немножко помудрёней и вкуснее. У тебя совсем недавно появился твой бренд. Расскажи поподробнее, как ты его разработал, для чего? У тебя на будущее какие-то планы с этим связаны? Ну, все началось с карантина, получается, когда я снял этот первый видос. Кстати, перебью, вот Лиза в футболке этого бренда, да, сейчас? Да, давай в камеру, во все камеры покажи. Почему странно, я в футболке, а ты нет? Ну, у меня тоже она здесь. Футболка под свитером, да, наверняка? Да, просто прохладно здесь. Рассказывай. Началось все с карантина, мы снимали, получается, я снял видео с Рокки, ну, с музыкой из фильма Рокки. Да, потом что-то я думаю, давай еще что-нибудь сниму. И в итоге у меня закончились идеи. И там был один знакомый, который с тобой там на одном курсе по контент-мейкерству был. И он мой знакомый тоже. И вот мы с ним как-то сконнектились и начали вместе работать. Так у меня появился контент-менеджер. Ну и вообще сейчас как бы личный менеджер, так сказать. Второй агент, который мне не подписывает контракты. Вот мы с ним начали работать. И я посмотрел, что у большинства спортсменов, то есть из известных, есть свой личный бренд, логотип, они его как-то используют, открывают какие-то свои бизнесы на стороне и что-то еще. И я решил, почему бы и нет, потому что в хоккейном кругу вообще это как бы не то, что не принято, этого очень мало. И поэтому мы договорились с одной студией, они нам сделали очень крутой логотип, мы его сразу же приняли, да. Угу. Да, здесь вот... Давай, расскажи. Это волк? Нет. Нет, это я. Смотри. Супермен, да, по идее. Ну смотри, это вся тематика... Похоже вот просто на ушки, я думала. Нет, это отсылка... Бэтмен. Это Бэтмен. Бэтмен? Mm-hmm. Ну вообще это не Бэтмен, это мой шлем. То есть у меня шлем вот так вот, этот, в котором я играю, mm-hmm. там такие штуки. Здесь буква М. Спокойно читается. Вот ты видишь, М. Михаил. Как все зашифровано, там очень да. много, да, да, символов. Здесь Сергачев, С. Вот, это С. Потом это шлем. Это же, видишь, хоккейный шлем? Да, да, это... теперь вижу это я. Это его оборотка. Это моя оборотка. Вот это вот. Это тоже они туда засунули. А это отсвечивает от шлема такие белые полосы. Ну, есть фотография просто, где я смотрю в камеру, и это прям снято с моего лица как будто. То есть если я... Можно потом как-нибудь будет ставить фотку. Да, мы фотку. Найдем эту фотографию. Да, я тебе скину. Еще это замок. Да, это замок. Если защитник. Перевернуть, это получается замок. То есть защитник. Да. То есть слишком очень много. Это очень круто. Смысла, ну, это круто. У меня даже мурашки пошли, когда первый раз показали. Да, они его показали, очень круто рассказали. Мы сразу же это приняли, они начали развивать. А зачем я это сделал? Сейчас выйдет, получается, сайт. На момент, как выйдет это интервью, я думаю, уже сайт будет работать. А на нем будет интернет-магазин. Я буду выкладывать туда видеотренировки для детей, для взрослых. Это будет бесплатно. То есть я про тренировки говорю. Чтобы люди могли еще ближе, как бы. Не то, чтобы прикоснуться к этому, а, ну, понять, как это работает, как я тренируюсь.
Вот, и может кому-то это поможет. Потом, что еще через, не знаю, в ближайшем будущем, не в ближайшем будущем, хотелось бы в Нижнекамске, в Нижнекамском районе открыть спортивный центр, в котором будет хоккейная площадка, футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, скорее всего, гостиница. То есть это все хотелось бы сделать. То есть я пока не сказать, что я планирую, но это у меня в мыслях, и этот логотип там тоже будет использоваться. Также я хотел этим как бы летом, ну, в этом перерыве сделать сборы для детей. Также они бы катались в майках с моим тоже логотипом. Тоже в Нижнекамске? Нет, в Москве. Угу. Да, и людей пригласить с регионов тоже, чтобы приехали. Но так как такая сейчас ситуация в мире, я решил не рисковать людьми, и поэтому... Перенести. Да, перенести на следующий год. Вот. Мы бы пригласили хороших тренеров, хоккеистов с КХЛ, НХЛ, и мы бы все проводили мастер-классы, и, мне кажется, все были в восторге. Вот. Ждем в следующем межсезонье. Да, да. Лиза, я бы хотела с тобой еще поговорить на тему. Ты очень яркая девушка, ты развиваешься, но все-таки тебя ассоциируют с девушкой Михаила Сергачева в первую очередь. Скажи, тебя это не обижает? Или ты как-то уже смирилась? Ну, в принципе, я не против, чтобы меня ассоциировали с ним, потому что я горжусь. И как бы привязка к моему любимому мужчине, в принципе, меня не смущает. Но есть такие моменты, не то что привязка, а какие-то стереотипы, скорее всего, от людей идут, что как я должна себя вести, что я должна делать по жизни, вот это, скорее всего, смущает. А так? А какие у тебя дальнейшие планы? Может быть, как Николь Ковальчук ты захочешь свою линейку спортивного питания? Ну, сейчас я развиваю бренд одежды для йоги как раз-таки, спортивной. И, наверное, вот в эту сторону у меня планы сейчас огромные. Ну, очень круто. У тебя все в разработке. Ну, мы сейчас после интервью поедем на примерку, она будет примерять. Это в Москве здесь произойдет? Да. Ну, это в Москве и в Казани она делает, да. То есть уже готовятся, получается, топы, лосины, все эти дела. Скорее всего, коврики, наверное, будут, я не знаю. То есть, потому что в Америке, ну, я за тебя скажу, извини. Да, давай. Да. Да, там очень большие бренды, очень хорошие, качественные. В России, на самом мало деле, такого, очень мало да, такого. И поэтому Лиза сейчас проделывает огромную работу, чтобы привнести в жизни людей и на российский рынок йогу. Комфортная одежда. Комфортная одежда. Ты гордишься своей девушкой, скажи? Конечно, конечно. Я вижу каждый день, как она работает. И меня это тоже... вдохновляет каким-то образом тоже пойти потренироваться. Но пока я не тренируюсь. Но... Вообще, в целом, конечно, да, она молодец, что не сидит на месте. Спасибо. Про празднование хотела бы тебя спросить. Это громкого не получилось, как обычно ребята делают. Помнишь, парни с Вашингтона 2 месяца не могли остановиться, праздновали, да. Праздновали. У вас был, получается, парад в Тампе и какая-то вечеринка там. В Россию это как-то перенеслось или... Ну, в принципе, мы с ребятами ничего здесь не было. Ходили в ресторанах, кушали, сидели, конечно, отмечали. Никакой вечеринки. Ну, как громкой-громкой ну, не громко, было. Громкой вечеринки не было. Нет, у нас все тихо, чтобы нас особо никто не видел. Да, в компании семьи, друзей. Поэтому мы потише, наверное, немножко отмечали. Ну, плюс у нас кубка здесь нет. То есть, если бы кубок был здесь, я думаю, мы бы тоже громко отметили. Вот. Угу. Скажи самое удивительное поздравление. Можешь вспомнить за те дни, что прошли с момента завоевания кубка? Люди обычно пишут, типа, спасибо, что выиграли, я на вас поставил там, что-нибудь. Типа, 100 тысяч рублей вы выиграли. Ну, много такого было? Да, кстати, очень много. Да, и в частности из-за этого я удалял сообщения, все, которые мне приходили, потому что я уже не мог это читать. А так, на самом деле, очень много людей писали, поздравляли, как бы всем спасибо, но... Не было такого, чтобы что-то прям запомнилось очень сильно. Ну, вот. Видео какие-то отправляли фанаты. Блин, я и тебе забыл рассказать. Девушка написала мне, пишет, спасибо тебе большое. Мой парень сказал, если Тампа выиграет Кубок Стэнли, он сделает мне предложение. И, сделал? Да, и сделал круто. Предложение. Да, это у тебя есть видео подтверждение? У меня есть скрин, по-моему, где-то на телефоне. Очень круто. Да, но если человек увидит, это по-любому поймет, напишет. Он американец? Нет, девушка, по-моему. Русская? Русская девушка, да. Русские фанаты, то есть... Ей повезло. Я не знаю, из головы вылетело. А ей повезло, да. Лиза, расскажи, как для тебя было сложно, я думаю, что сложно по-любому смотреть финал по телевизору. Да, хотелось, конечно. Это же такой момент, что... Да, быть рядом, быть там. Было обидно немного, когда праздновали без нас.
Но самое главное, что они выиграли, поэтому это было на первом плане. Я была рада за Мишу, за команду. Да? Да. Через сколько после победы он тебя набрал по видеосвязи? Через минут 10, я думаю. Ну да, мы стояли, пока кубок 10, ждали. Да. Когда мы уже кубок потрогали, сфоткались, я позвонил. Ты вообще любишь хоккей? Теперь да. После кубка или в принципе? После, ну как с Мишей познакомилась. До этого ты ну, не смотрела, нет. Да? Mm-mm. Тебе не надоедает вообще абсолютно? Нет. Ну я еще в процессе познавания. Да. Я не все понимаю, да. Я видела, как ты на каком-то матче объяснял Лизе прям подробно. Проброс, да, ты мне объяснял. Она не объясняла, зачем она знает, что такое проброс. Просто она спросила вопрос, я ей рассказал наглядно. А, знаешь, я давно заметила такую тенденцию, что молодые игроки, они все больше склоняются к здоровому образу жизни, нежели старое поколение, которые любили покутить, потусить. А расскажи, как у тебя с этим дела и каково твое отношение, в принципе, к этому? Не знаю, мне кажется, ребята тусят только, когда можно тусить. Ну, типа, нет такого, что там кто-то в день до игры идет и тусит, я такого даже не слышал. Вот. У меня к этому отношение, как бы я стараюсь быть профессионалом, правильно питаться. Также, как ты говоришь, не тусить. То есть есть время, когда можно там сходить с ребятами, погулять. Это, допустим, когда уже вот сезон закончился, ты идешь и можешь спокойно отдохнуть. А во время сезона это ну, очень, очень редко бывает, поэтому стараемся, да, на ЗОЖе быть, правильно питаться. Ты можешь позволить себе спиртные напитки во время сезона? Пиво поощряют даже в некоторых командах? Нет. Даже пива нет? Нет. Ну, это нет. Расскажи тогда, что пили на праздновании? Да я не помню, там, по-моему, в раздевалке стояло шампанское, как бы, как обычно по классике. Все пили шампанское и обливались шампанским, поэтому а потом? Ничего необычного. Самая интересная тема. Не, это неинтересно. Нет, ну ничего необычного, на самом деле, везде было шампанское, то есть, да, все обливались, пили его. А расскажи сейчас, после победы, вы вернулись в Москву, вообще, насколько часто вы общаетесь с ребятами, с Васей, с Кучером, видитесь? Ну, мы, наверное, через день видимся с ними, то есть мы куда-то ходим, гуляем вместе, да. Мы каждый выходной 100% видимся, да. На неделю можем встретиться, куда-нибудь сходить, посидеть, покушать, то есть мы все здесь рядом живем, в принципе. И... Как-то даже сплоченнее, да, стало, да, после кубка? Стало, да, после кубка. То есть, прошлым летом мы так прыгали. Да, по прошлым летом чуть-чуть мы там только с Васей ходили. Куч у себя там был, вот, а сейчас и все, и Волк, и Вася, и Куч, и я, получается, мы все вместе постоянно. Ты говорил мне до интервью, что, возможно, вы в баню сегодня поедете, ты с ними должен был ехать? Нет, мы там обстоятельства произошли, и мы сегодня вообще не поедем, может, через недельку поедем. Ну, в принципе, Лиз, ты как, его отпускаешь нормально на такие мероприятия? Да, конечно. Ты ревнива? Ну, нет. Если повода не дают, он не дает. Поэтому. А ты, Миш? Я, ну, если поводов мне никто не дает, я как бы да, не буду. Да, спокойно зачем? В этом да, плане. Я не псих какой-то. Очень круто. Я хотела бы еще проверить, как, Лиза, ты знаешь Мишу хорошо, и провести блиц-опрос. Готовы? Да. Давай. Ну все. Что во время пожара Миша спасал бы прежде всего? Телефон. Ты думаешь? Меня. Все-таки тебя, наверное, да? Ну, надеюсь, да. Посмотрим, ну, первое, почему-то в голову пришло телефон. А помнишь его самый романтичный поступок, который он когда-либо совершал? Ого, это сложно. Он писал мне стих, точно. Когда в самом начале отношений он мне написал такой прям большой стих. Я очень удивилась. Было прям в рифму. Красиво звучало, да. Ты помнишь его наизусть в голове? Нет, точно не вспомню. Но, в принципе, с собой так носишь это воспоминание, да? Да, в заметках лежит. А в каком самом непредсказуемом месте вы целовались? Наверное, в Нью-Йорке на Empire State Building наверху. Какая из привычек Миши раздражает тебя больше всего? Когда я ему что-то говорю, он в телефоне не слышит и не отвечает. Куда бы Миша поехал в отпуск, если бы имел возможность выбрать любой уголок планеты? Наверное, Мальдивы. Какое Миша любимое блюдо? Паста с курицей. Угу. Кто главный в вашей паре? Миша. Любимая песня Миши? Не знаю, он меломан. Одну не назову точно.
Сейчас он как назовет, какой-то неожиданный. Да. А любимый предмет Миши в школе? История. Сейчас он все еще увлекается историей? Да, он любит исторические фильмы. Угу. А последний вопрос. Любимый хоккеист Миши в детстве? Овечкин. Ничего себе. Ну все, посмотрим теперь, как он ответит. Угу, да. Давайте, можем его звать. Что во время пожара ты спасал бы прежде всего? Паспорт. Самый твой романтичный поступок? Ужин на Мальдивах. Помнишь? Нет? Мы не делали его, да? Значит, я не делал такого. Ну. Так. Ну, она лучше знает, как бы, что для нее романтично. Я вообще не в курсах. Ну, вспомни что-нибудь. Что-нибудь. Ты должен оправдаться за ужин сейчас резко. Нарисовал ее, по-моему. Да. В каком наиболее непредсказуемом месте вы с Лизой целовались? Такие вопросы. Непредсказуемым. Что ты на неё смотришь? Как можно непредсказуемое место? Какое? Много их было. Алиса назвала, между прочим. Много их было. Ну, для тебя давай экстремально непредсказуемое. Что? Давай. Да не было таких. В Париже. В Париже? Нормально. Нормально в Париже, скажу. На Эйфелевой башне? Мы на нее не поднимались. Зачем? Под ней. Под Эйфелевой башней давай. Какая из твоих привычек раздражает Лизу больше всего? Привычек? Такие вопросы, я прям этот, не могу быстро отвечать. Я не знаю. Что, ну... То есть, знаете, ни за что не высказывала никогда? Да нет. Да есть что-то ее бесит, я даже, ну, я не помню. Ногти стригу на ногах. Ты это сказала, нет? Ну, это же не привычка просто, ну, это же бред. Блин, это весело. Куда бы ты предпочел отправиться в отпуск, если бы имел возможность выбрать любой уголок планеты? Да что это, такие вопросы задаешь? Ну, давай Бора-Бора. Бора-Бора. Какое блюдо ты любишь больше всего? Ты, наверное, сказала пасту с курицей, да? Да. Не, это уже не самое любимое. Ну, давай пасту с курицей. Нет, думаю, скажи, которая интересна. Да я хотел прикалываться вот вчера, который мы роллы ели ручные с крабом. Ну, ладно. Это сарказм? Нет, реально вкусно было. А, да? Да. А кто главный в вашей паре? Я. Твоя любимая песня? Не смотри на Лизу, это нечестно. Ну, она мне не говорит, как бы, просто я так думаю, что она... Она там... пилит тебя глазами. Радиохед? Крип? Я не знаю. Я не знаю, моя любимая песня, у меня нет любимой песни, я все подряд слушаю. Поэтому... Ты так сказала? Нет. Твой любимый предмет в школе? История? Да, история. Твой любимый хоккеист с детства? Овечкин. Ты угадал, да? Бомба. Миша, ты почти попал. Почти. Процентов 30. Три из 10, что ли? Да не, 4 вроде ответил. Ну, получается, она почти попала, она же меня не знает. Или как там? А, ну это все. Я все, я хрень несу. Ну давай мы не будем считать ногти. Давай, можешь это вырезать. Нет, мы это оставим. Ты что, это же бомба. А что ты сказала? Когда я тебе что-то говорю, ты сидишь в телефоне, нет. Ну, same, как бы с тобой, знаешь. То же самое. Ну, это не привычка, это просто у меня дела есть, как бы я занятой человек. Вот так. Что еще там было? А, смотри, давайте, да, кстати, обсудим, вы еще снимаете? Да. А, ну молодцы, да. Да. Ну мало ли. А это я думал, нет. Я тоже, кстати. А, во время пожара Лиза сказала, что ты бы ее спасла. Телефон.
Ну, паспорт. В первую очередь, паспорт всегда спасает. А Лиза? Ну, Лиза, ну, у нее ноги же есть, но паспорта нам нету. Все понятно. А романтичный поступок, она назвала стихи, которые ты ей написал в самом начале отношений. Ты, то есть подметила, да, в самом начале отношений. Это точно ты писал? Я писал. И рисовал еще ее, получается. Да, но я там что-то пытался рисовать и ее срисовал, получается. Но там такое получилось, конечно. Ну, это очень мило. Но показывать вам нельзя. Не каждый хоккеист вообще это сделает. Процеловались. Ты ответила Нью-Йорк? И просто Париж не очень понравился. Ей не понравился Париж? Не очень. Что-то... Нет, сказал, что не понравился. Он сказал, в Италии намного лучше. Мне вообще. Ну, мне тоже Италия больше нравится. Про привычки мы уже обсудили. В отпуск ты предпочел бы отправиться, Лиза думает, что на Мальдивы. Может, там были? Блюдо понятно. Ну, в принципе, она попала, раз ты знал, о чем речь. Кто главный в вашей паре? Тоже тут вопросов вообще нет. И любимая песня, в принципе, тоже попала в итоге, все да. Все подряд слушаю. Любимый предмет в школе попала. И хоккей с детства. Ну, на самом деле, много вопросов. Сколько это получается у нас? Вопросов 5, наверное, попали. Не, ребят, реально вы крутые. Спасибо вам большое.